Далеко не радушным оказался прием, который оказали президенту Турции Реджепу Эрдогану во время его визита в Эквадор. Высокого гостя встретили выкриками «Долой и убийца!». Так многочисленные протестующие отреагировали на жесткую политику Анкары в отношении курдов. Пикетчики буквально преследовали Эрдогана по пятам. Несколько человек попытались сорвать его лекцию в университете Кита, причем под аплодисменты зала. Охрана турецкого лидера пресекла акцию грубой силой. Женщин хватали за волосы и тащили. Досталось от турецкой службы безопасности даже депутатам эквадорского парламента, которые осмелились выразить недовольство такими действиями. Результат, как говорится, налицо. Одному из парламентариев сломали нос. Фотографии со следами побоев появились в соцсетях. В итоге визит Эрдогана закончился нотой протеста, которую Эквадор направил официальной Анкаре из-за действий президентских охранников.